Привет, дружище! Перед этим видео я тебе хочу рассказать о одной новости, и она достаточно интересная. IGG врывается в рынок, скажем так, стриминга и сделала платформу, которая подразумевает под собой некую конкуренцию Твича. Да, я на полном серьезе, она называется streamcraft.com, ссылки будут в описании, сами зайдете, посмотрите, что она из себя представляет. Я там буду тоже стримить, делать рестримы, вы как и на ютубе можете посмотреть мои стримчанские, так и на этом стримкрафте. Вот, выбор уже остается, ребятушки, за вами, какое-то время я там постримлю, а дальше уже посмотрим, как дело пойдет. А как меня найти, я не знаю, наверное, в поиске просто набираете, или я вам сейчас покажу, ребятки, мою айдишку, она тоже будет в описании, это вот тут айди какая-то, я кину в описании, может быть, в поиске по этой айдишке находишь, и тогда все будет хорошо. А у меня был стрим тут уже когда-то давно по Ведьмаку. Ну, короче, ребятки, ссылки все в описании, подписывайтесь, оценим этот стримкрафт и дальше уже будем делиться нашими впечатлениями. А теперь давай, быстренько, пошли к просмотру видоса, будет интересно. Здорово, друзья, ликуйте и ставьте лайки. Сегодня я записываю видео не один, а с Андреем Рылевым. Здорово, Андрюха. Здорово, всем да. Привет. И можете дизлайк поставить за то, что я ленивая жопа и записывается это видео на стриме. Тема такая, короче, начали проходить мне подземку 8.1, потом поняли, что мой аккаунт еще не приближен к совершенству. Что мало рук, надо новых купить, да? Да, надо, во-первых, на руки задонатить, но как бы там очередь на них стоит, а во-вторых, Фениксу бы... Как бы урончик, ну вообще многим героям нужно много чего поменять, потому что до 8 и 10 я-то дойду, а как 8 и 10 со своими героями пройду, это уже остается большим вопросом. И тут получается так, что подписчики помогли, это Карен закинул 50 евро мне, за что ему огромнейшее большущее спасибо, я еще 10-15 евро закинул, и у нас получились вот такие вот... Вот такие вот два пака. Два пака взял? Да. Ну, один за ну, один большой. И третий, да? Да, другой средний, короче. Карену, кстати, будем тоже проходить кошмарки новые. Ну, так, правильно. Вот, что тогда сначала в акции, смотрите, что по ништякам. Сегодня все на видео это откроется, у Феникса появится скин. О, боже, как же это все вкусно. Ну, ну смотри, вот, да, ресурсы появились. И еще набор защитника это, видишь... С прошедшим праздником еще можно поздравить. Да, ребятушки. Только не знаю, когда видео я опубликую. И фишка заключается в том, что я сейчас, благодаря огромнейшему наличию ресурсов, буду еще меньше локаций фармить. Спасибо, IGG. Вот, за интерес к игре. Ну да ладно. Это раз, это мы забираем. У нас сегодня еще будем пытаться выбить Розалинду. Ну, скорее всего, нет, не получится. Если выбьем, это будет чудо. Андрей выбил. Но у него было 7 мешков, у меня только 5. Ну, вот у тебя теперь, значит, 7 мешков огнекрыла. Вот ты их также 7 откроешь, там такое же количество этих осколков. Вот посмотришь, 7 огнекрыла откроешь, сколько тебе выпадет. Окей. Что у нас тут по акциям? Подробности. Набор. Это набор защитника был, да? Акций, по-моему, там вообще ни хрена нет. Да, это все базар, ниже. Семидневный, там базар. Вот, выращивай призы. Ну, там. И рулетка только, по-моему, и все. А, если рулетка, там, то это еще рулетка весело. Рулетка нормальная, да. Но да, выращивай призы, но это как бы... Это уже ладно, без видоса. Акционную карточку там можно собрать. Что, ну, как бы такие, типа... А, еще разбей яйца? Нет, ты... А я не знаю, ты попал в нее вообще, в эту акцию. А, 8 попыток есть, смотри, в рулетку дальше. А ты после 12 донатил или до 12? После 12. Ага. Вот, мне отсюда сундук эмблем выпал. Вон он в самом левом углу нижнем. Редкий. И коробка 5 уровня мне выпала с правого нижнего угла. Ну, мне кажется, тут ничего не выпадет. Тут же удача какая-то накапливается. Ну, у меня здесь 5, по-моему, попыток. А, ну... Вот, вот так же мне коробка выпала. Ну, потом от нее, знаешь, эмблема толку. Выпала. А, нет. Типа, подожди, здесь Розалинда не может упасть? Не. Ну, ни хрена себе ты разбежался. А, слушай. Во. Мне так же падало. А что там, 8-я? С 5-й по 7-ю можно. А, ну.
Мне там пятая железка упала. Серьезно, в 2019 году Влада Дракулу раздаете? Малыш, Ник, Варлок, там даже, прикинь, там Варлок есть. Фрея. Ну, вот Фрея еще куда не шло. Да, ну опять же, ну для тех, кому она нужна, это было бы классно. Так, не, ну всё. Ты представь, кто-то первый раз задонатил в игру, ну, тогда вообще только шикарно. Начал играть. Ну. О, отличную награду получили. Что у нас там? Разбей яйца и все, больше нет. Большая выгода, что это? Ну, ты там тоже значки почета зайти забрать. Ну, типа там купил определенную сумму, типа забрал значки почета. Еще купил, там что-то другое забрал. Сейчас заберем что-нибудь. Ну, тут, наверное, за максимальную покупку, наверное, дадут Розалинду. Пролистай. Ну, тут, мягко говоря, у нас не максимальная покупка. А, даже ну, 100 феников не дает. 5000 самов еще надо на феников. Командору, о, еще 75 тысяч надо на Розалинду. 125 на огнекрыло. То есть, а, за 100 осколков огнекрыла? Да, за половину огнекрыла. И еще 125 тысяч. Серьезно? То еще, есть, еще 5 паков больших покупать. А какой смысл, если ты за 2 пака по-любому соберешь огнекрыло и Розалинду? 6 паков, прикинь, 6 паков надо купить, чтобы пол огнекрыла оттуда забрать. Да ты вот сейчас за один пак мог... Да, ты за один пак его с базаром можешь собрать. Ты сейчас 7 откроешь, ну, максимум за 2. Ну... Да это бредово, я говорю, система, что не обновляются ни акции, ни награды с этих акций. Вот единственное, только мониторится только базар один с акциями. Да, а типа остальные акции, ну они уже, ну да, просто, что, они, они что морально устарели. Вот эти вот акции до сих пор тут, значки почета какие-то падают, 50 кристаллов. Уже как бы на базаре, да, за такие бабки, вот можно было даже, ты если не зашел бы в эту акцию, ты много не потеряешь. Как бы, в принципе, ты и вообще ничего не потеряю. 50, типа, кристаллов, типа, 2000 значков почета, ну, такое. Если бы здесь, знаешь, падали также какие-нибудь мешки, эмблемы, что-то такое падало, там, кулачки бы хотя бы поменяли. Ну, сейчас уже нету еще такого, что, о, ну, может, типа, Розалинда упасть, но она не упадет тут с 15 попыток, извиняюсь, да? Вот, да, а донатить там по 40 тысяч, да, как в старые... Кто-то донатит в эту акцию, чтобы выловить Розалинду? Ну, это уже года это 2 назад. Было, да. 5 лет назад, когда в яйцах что-то там пытались выловить. Тоже другой возможности нету. Сейчас все уже давно собирают за, скажем так, эти осколки. Интересно, на английском сервере оставили эти яйца тупорылые? Да, на английском сервере там вообще ты что там по 50 акций там типа задонатил... И там целый день можешь только одни акции собирать, сидеть. Ты там зайди, там посмотри, там список этих акций, там вообще жесть. Помимо того, что тебе с базара насыпется на года 2 вперед ресурсов, там еще и по акциям ты будешь собирать там. И... Там причем еще понимаешь, что ты там типа раз задонатил, тебе в одной акции тебе дают шанс огнекрыло выловить. Там во второй акции огнекрыло, в третьей акции 4-5. Я тогда считал. Ну, это когда было еще времена Некроса. 7 акций было за раз, где можно было выиграть этого Некроса. И они конкретно все разные, да? Да, а у нас на тот момент была одна единственная акция, это разбейте яйца. И то выходило, которое чисто субботу-воскресенье. Ну, сейчас вот разбей яйца. Ну, а смысл от нее? Ресурсов там не дают. Никто не будет там закидывать по 500, не знаю, ну, паков. Типа 180 попыток, как раньше, типа... На 180, типа, тебе там 100% плюс-минус выпадет тебе этот. То есть ты сейчас за один, за два пака можете получить... Да. Ну ладно, ну, короче. Типа на английском сервере вообще там за какую-то там, за 10 баксов там... За, ну, за пол пака там вообще всех драконов, да, там и огнекрыла можно взять, и некроса, и вальторов кучу. Просто, ну, смысл, почему они вообще их тогда не уберут, оставили бы уже, что оставили бы, потому что... Ты тут за пак, за два, ну максимум за три можешь все нафиг собрать, да? Вот, а на базаре. Ну, как бы, ну реально эти яйца уже, ну, никому не нужны. Ну что, давайте сейчас будем обмазываться ресурсами. Так, кстати, может, да, надо немножко освободить места. Да, у тебя 20 мест тебе хватит. У тебя там в основном эмблемы сейчас будут открываться. А ты эмблемы тоже, да, восьмые взял? Ну да, получается, я все взял. О, давай. Будем сейчас надеяться на реанимацию. Ну, а ты еще и 2 9-х таланта можешь качнуть. Ну, там уже надо мне сидеть думать, кому. Так, вроде бы более-менее... Просвещение было, мог. Можно и не думать. Так, ладно, ваши подарки. Легендарная карта полетела. Ну, тут такое, конечно.
Хорош. Вон, вчера на английском сервере за 700 рублей давали Некроса, Вальтора и Артику. Ну, не, ну ладно, там типа акции круче и так далее, но просто тут уже и русский сервер стал, скажем так, ну в такую же яму упал, как и все остальные сервера, что у всех там по миллиону кулаков накоплено, вот, что нету смысла локации фармить, но просто фишка-то заключается в том, что ну или переработайте акции, или уберите, ну нафиг. Да, все и акции надо, и локации надо также переработать. Вы, кстати, ты видел новые сундуки? Вон, вот сундук вот 6 уровня ниже. Вот этот. Вообще какие-то бредовые. Ну, мне, а кстати, половина вот этих сундуков бредовая. Вот эта пятерка мне красных выпала отсюда. И вот сумка Валентины новая. Вот эти вот сделали они новые. И сумки Валентины новые. А вот эти, не знаю, эти старые? Да, эти старые. Так, ладно. Это ерунда, это ерунда. Это... Буду забивать места пока. Окей, ну... 7-ю ремку давай, было бы классно. 5-я, ну окей. А тут нет 7-й ремки, кстати. А, вот, да, это же там совсем 5-я. Старый. Да. Так, какие еще тут у нас менее интересные? Это вот это вот, получается? Вот эти открывают, вы всех разом можете эти открыть. Ну, милость, и вот 2 таланта тебе выпало. Это при том, что их 15 было, да? А, при том, что их было 15, 2 таланта, мне выпало и... всего 35 осколков Феникса. Да, Феникса ты с них точно не соберешь. Да. Тут смысл таланты и эти милости собрать. Так, дальше это мы тоже... А, так у тебя места. Там нормально этих сумок Валентины. Ну, есть... И 7, и 5. Ну, видишь, это 7, а не первого. Там может их и вообще не выпасть. Да, это ну, первого уровня. Так, ну давай, это самых этих... Четвертый, давай. Что тут нам? Ну тут, в принципе, конечно... Вот этот мне вообще не нравится, сундук четвертый. Слушай, ну, только ну мне того, нравится, что огонь, я здесь священный огонь как-то на халяву выловил. Вот, и... Типа красные кристаллы эти, они тоже их ними не обмажешься. Мне вот тоже... эти? Вот эти? Да. Ну ты на просто не качаешь никого, они такие, ну они ценные. Почему они качаю? Самые дорогие. Я хватает их. Так, ну давайте все открываем. Мне зеленых не хватает. О, священный огонь упал. Это значит, я сеть. Тебе вообще вся награда прокнула. Ну, священного огня могли побольше дать. Вот побольше за... тебе вот в следующей десятке тебе 400 желтых и 300 красных в конце упало. Слушай, это прикольно. Ну, был, дали бы два. Подожди, один священный огонь. Ну, на седну у меня пойдет священный огонь. А порочный нет, пакт нет. Можно Миносу долбануть. Вот. И у меня также и стоит. Сейчас. Так, окей. Слушай, ну хорошо. Тут что? А, тут уже ну, для прорыва. Старые. А, ну старые. Это да, это совсем скучно. Да. Ну вот с этого чаще всего вообще одни книги золотые падают. Да я сейчас и книгам золотым, если честно, рад. Потому что у меня с книгами проблемы. Ну сейчас уже ладно, подкопились, но просто у меня... Подожди. Тебе в первый раз ты открыл, тебе 6 раз упал красный кристалл. Он там оттуда один падает. А, да? 9-го таланта, да. Тебе 6 раз, одна по одной штуке выпала, прикинь. А я и не заметил. Прикинь, тебе фартануло. А вторая десятка тебе открылась, ни одно не упало. Лол. Так, слушай, ну шикарно. О, это 1,5 пака, ты столько крутых ресов получаешь. Да. Так, это мы оставим на потом. А через месяц ты за один пак еще больше обмазаться сможешь. Да. Так, ладно. Но этот самый крутой давай по одному открывать, наверное. Ну, вот эти по одному открываем. Мне 5-ка отсюда выпала красная. Ну, такие тоже падали. Такое хрень падало. Могли бы уже по 50 положить. Да зачем? А мне не выпадет, да? Сука! И каждый по 25 дали, урод! Так, что у нас? Это ерунда. Ну, давай тогда... Давай эмблемы откроем. Ну, или эмблемы, давай. Блять, пожалуйста. Ремочку, да? Да. Или не а надо? Лучше две. Для Бугимена и для Феникса. Но мне на ремке дико не везет. Воодушевление 8. Блять, ну вот нахуй... Вот слов нету. Ну вот просто слов нету. Блять, ну это издевательство. 3, сука, ложных выпада и... Блять. Одно и то же.
Блять, просто ты, одно ты и то же, одно... сука, пошли на... Все одно и то же, там все... Все куплено. Все понятно. Просто ни одной восьмой... Ни одной. Просто... Два гнева выпало. Вот вообще абсолютно бесполезные. Слов нету. Так, ладно, ну смотри, у нас второго уровня, да? Соберем мы сейчас огнекрылые? Сразу соберем? Все, да, открывай. Да, тут будет пол. Фу. 195. Ну, почти. Ну, значит, я не соберу там все-таки. У меня там 5 мешков. Нет, сначала первые все открой. Первого уровня. А там видно будет, сколько ты с первых поймаешь. Давайте покажу вам, что тут может выпасть. Ну, как бы, скорее всего, ничего там... Ну, отсюда хотя бы двадцатка. Помнишь, сколько фениксов там выпало? А там, там 15 было таких. Фениксов выпало это. Давай. Ну, 30. 30, выпало. Ну хорошо. Нормально. Тебе с этих надо 170 поймать. Может упасть. Давайте по одному или сразу все? Не, сразу все, бомби. Ну давай. Сколько? Давай. 170 надо? 170 надо. Как, блядь? Как, блядь? Это было 5 сумок, тебе 60 выпало? Блядь, ну как, сука? 5, блядь, по 4 по 10 и одна двадцатка упала. Это пиздец, блядь. Это тебе один, ты мог даже по одному открывать. Это все 4 сумки по 10, самые минимальные, выпали. И одна только одна двадцатка выпала. У тебя 90, тебе еще 110. Охуеть, блядь. Хоть, блядь, еще... Вот реально, хоть еще, блядь. Ну, то есть, я надеялся, блядь, на ебучую восьмую ремку. Хотя бы один сет. И надеялся, ну, на Розалинду. Хоть еще раз вот столько же закидывай, блядь. Да, ну это... Это мне сегодня кто-то тоже писал из подписчиков, что он также насмотрелся моего видео, типа, ни хрена тебе фартануло, пошел, купил этот же пак, ему 70 выпало осколков, он пошел их покупать осколками по 40 штук, они там отдельно продавались по 40 штук, типа, можно было покупать, он же не мешками, а уже осколками покупал, закупил осколками и еще где-то мешок пришлось потом добивать еще. Просто жесть. Вот так вот. Вот так вот мешками и разводят людей. Ну реально, хоть еще раз закупайся. 4 пака бери и все, и соберешь. Да, 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 да. Может быть. Просто реально надеялся, сука, на одну гребу, да хотя бы на одну ремку восьмую. Хотя бы на одну. Вообще. Покупай еще сегодня, твой день. Причем... Могло бы рвение выпасть, выживание, не знаю, раскол. Да. А выпало... Священка могла бы упасть, топовая. Священка могла бы упасть. А что выпало? Выпало ложный две выпад. Ладушки, два три ложных... ложного выпада? Не-не-не, по два тебе... А, три, да, три ложного выпада, два гнева, две ладушки и железка. У меня реально, у меня нету слов, блядь. Короче, спасибо вам, IGG. Реально. Вот такие вы, ребята. Вот прям... Вот прям болею за вас. Ну, тогда продолжаем. Такая ситуевина, да. Эмблемы. Да, может, все открыть? В прошлый раз мы открывали. Да, сразу все бомби. Сразу все 8. Да, одна ремка упала! Смотри, смотри, все почти разные упали. Две только, два порочных пакта. Ну, не, ну порочный пакт. Такое, дар жизни. Дар жизни неплохо. Вон новый восьмой талант этот выпал, как он? Изворотливость, по-моему. А, типа, которая ограничивает отражение. Не-не-не, которая нет, которая уклонение дает. А, типа, а, ну это фигня. Самое главное, ремка упала. Самое главное, ремка, бля, охуеть, спасибо. Ну и гнев. Если бы гнев не упал, это, конечно, было бы просто шоком. Давайте сразу все тоже, по все сразу открывай.
Он не стрёмно сейчас Розалинду все открыл. Смотри, а здесь, видишь, по одному выпало, а там 6 тогда упало. Ну тогда повезло, на самом деле. Да. Это очень повезло. Так. Еще один огнекрыл у тебя сейчас будет. Эти тоже сразу все. Ну, слушай, подожди, у меня... Только эти камни прорыва выпали. А, прорыва, но мне пока еще... Вот, ты башню выпали. Стрелковую можешь собрать, да, теперь стрелковую башню могу собрать. Так, еще раз вот огнекрыл. Огнекрыл, но ты еще одного соберешь, а вот насчет Розалинда я что-то не уверен. Давай, еще. Там опять их 5. 215. Там было 195, и тут 205. Так, ну этот раз давай по одному. Ну, открывай по одному. Ну, не 10. Подожди, сколько там? У меня там 60 получается? 60 выпало, 2... У меня... тебя там 30-ка была, у тебя 90, по-моему, было осколков. Или 80. Да, сколько нажми, у меня осколков было, ребят? Нажми окей, выйди. А вдруг мы удачу сейчас... У тебя сейчас 110 должно быть. Да, 110. Еще надо 90. Просто это... Это просто... Ну, давай. Давай. 90 штук надо. 15. Еще 75. Ну, 15 не 10. Давай еще одну. 20. Во, 55 осталось. Да это как бы, ну ты понимаешь, что это пиздец сейчас? А сколько осталось? Блядь, плохо, что не пишется, сколько и скольки осталось. У тебя 2 или 3 мешка? Ну, просто... 2 осталось. И 55 тебе надо. Сейчас... А как там может прокнуть? Ну-ка, открой. Не-не-не-не-не, лупу эту нажми. 55. Тебе может 80-ка сразу упасть, либо сотка, либо тебе надо полтос, чтобы упал. Короче, тебе надо короче, какую-то походу из последних мимо. Наград. Если тебе десятка или... Ну, ты хотя может с одного 10 упасть, с другого 50. Открывай по одному. Самое главное, тебе надо, чтобы одна какая-то крупная упала. Но. Да. Теперь тебе надо 50 и выше. 58, 100. Я бы сразу все бомбил. Как и огнекрылов. Давай 80-ку. Ну да, минимум сейчас 50-ку надо. Ну 50, либо 80. Давай. Блять, сука. Не, я уже все был готов сейчас, типа, знаешь, десятка, там, двадцатка. 10 мешков ее открыл, тебе падало 10-15, 10-15, из последнего мешка тебе выпало 50 ровно. Это за все эти мешки, это самое крупное. Это тебе просто прям в край хватило. Если бы тебе даже тридцатка упала, тебе бы не хватило. Жесть. За лишние 5 осколков. Угу. И два огнекрыла на сдачу. Это жестко.